Я Мэри Даймонд. Мы сегодня будем играть в Roblox. А именно в Cold Lava. Вот такой вот у меня тупой скин. Не, ну зато смешной. Поднимает настроение. Итак, мы сегодня будем играть в Cold Lava. Кто-то мне тут пишет. Вот так вот оно выглядит, это все. Будем сегодня играть. Вот там уже игроки какие-то выживают. Тут, кстати, наверное, специально так сделали, что можно по игрокам прыгать, чтобы от лавы спастись. Сейчас мы подождем немножечко, и мы тоже будем играть. Давайте там побыстрее заканчивайте. Что такой таймер долгий-то, а? О, мир безорочен. Не понимаю ничего, ну и ладно. Мне не надо. Погнали. Там, где игроки тусуются. Опа! Я почти запрыгнула. Пустите меня обратно. Опа. Почти запрыгнула. Оп, а мы вот сюда вот запрыгнем на самую высокую точку. И будем по игрокам скакать. Вот так вот. Кстати, просто вам факт в копилочку. Вот в такой вот полуталаве, там, где можно наступать на игрока, если наступить на одного из игроков, на его голову, и он будет прыгать, и вы будете прыгать, то вы летите в космос. Ну, короче, будете подлетать, и там до какой высоты это можно делать, не знаю. Но вы будете летать. А мы пока что подождем. Не, ну мы вроде бы спаслись. Давайте я увеличу немножко. Да, мы спаслись. И вы. Мы спаслись. И надо на эту девочку запрыгнуть, чтобы точно все было гуд. Девочка, ты сюда не встанешь. В этом я уверена. И оп, тут есть вот такой вот парашютик, на котором можно спускаться. Давайте я от первого ключу. Ого. И еще можно вот так вот делать. Вот так это можно делать. А мы продолжаем выживанькать. Домик на дереве, может быть, а не на деревом. Ладно. Сейчас мы от первого включим, чтобы удобнее было. И залезем туда. Залезай, Машенька. Машунька, залезай. И чтобы уж точно мы спаслись, надо сюда запрыгнуть. А, так вот сюда. А, не, нельзя. Блин, как мне запрыгнуть? Дайте мы аккуратненько вот сюда вот запрыгнем. И оп. О, я запрыгнула. С каким-то мальчиком стою. Опа. Вообще бы еще туда запрыгнуть, поэтому давайте я, чтобы удобнее было, от первого включу. Ой. Ну что ж такое? Нет, туда видно не запрыгнуть. Ну да, туда вряд ли можно запрыгнуть, потому что там деревья, и тебе туда не запрыгнуть. Но мы тут пока что подождем. Не, ну мы вроде как спаслись. Нас не должно съесть лавой. О, мы, по-моему, тут только с этой девочкой выжили. Классно. Мы тут единственные молодцы, да? А, не, не единственные. Ну ладно. Ладно, я пойду в другую игру, так как я планировала по два раунда в каждой игре, поэтому давайте выходим от седовой. И в какой-нибудь паркур пойдем. Давайте. О! А давайте нагуглим. Да любой, короче, сейчас нагуглим тавер. И все. И там нам выдаст дофига таверов. Тавр, 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 иди ко мне. Что выбрать? А давайте хоть это. Вот это вот голубенькое. Сейчас войдем туда, если я тут. Так, мы тут вообще нет. А, да, мы тут. Давайте сюда зайдем, поиграемся немножко. Надеюсь, там пружинка есть. Без пружинки я жить не могу. Так. Я впервые на этом тавре, честно. Ой, это что-то окно какое-то. Так, что тут надо делать? Прыгать, наверное. А нам сразу дали пружинки, молодцы ткачки. Вот, господи, я уже напугалась. Вон кристаллик. Не пойдет. Так-с. Давайте. О, это я смотрю, это препятствие, да? Красные такие штучки. Я не понимаю, это начальный паркур или это какой? Ну ладно, на этом попрыгаем. Чпиньк за кристалликом.
А, видно тут, смотрите, у меня сверху фиолетовым шрифтом написано Games. И там и там у меня уже 140. А так как я подобрала два кристаллика, наверное, 140 поделить на 2, получится 70 баллов за каждый кристаллик или что? Сейчас проверим и... А, нет, ну ладно. Погнали дальше. Ну, тут какие-то вот кристаллики, что-то сейчас возьмем. Потому что мне это надо. Что дают? Бери. Такс. Опа. Это опасные штучки, да? А, да. Вот у меня там в другом углу здоровье. Ну, сейчас попрыгаем, попрыгаем. Ножками подрыгаем, подрыгаем. А сколько этот товар вообще длится будет? Видно, видно много, ну ладно. Нам ж не беда. Тынц, трэдэдэнц. А, видно, каждый чекпоинт это кристаллик, да? Да? Да, каждый чекпоинт это кристаллик. Награда. А вот это вот одна из штук, которые я не очень люблю. Давайте я вот даже пружинку уберу, потому что я ее люблю, но ненавижу. Не, все-таки надо с пружинкой это делать. Вот это вот сложная достаточно вещь, еще ее надо перепрыгивать. Оп, еще какая-то штучка тут. Ой, 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 хард. Если кто не знает, хард это сложно. Ладно, прыгаем дальше. Еще один чекпоинт. На, отдайте. А тут в чем прикол? Типа просто пройтись? Ладно. Что-то как-то слишком легко, не кажется ли вам? Еще один чекпоинт. Здоровье уменьшилось. Так. Ладно. Видно, мы взяли уже. Так, и оп. И... На этом я видео, наверное, буду заканчивать. Ладно, я, наверное, правда видео закончу. Не за то, что я упала, а просто уже много времени прошло. Поэтому всем спасибо, всем пока!